ます。
Thank you.
Thank you.
живем в очень сложном и запутанном мире. Во вселенной, где технологии и развитие... У тебя все еще на две почки больше, чем у меня. Так нечестно! Но сейчас мы на новом этапе развития. Этап, когда появилась огромная необходимость в быстром и не... Ведь, выйдя в космос и колонизируя множество... В середине 30-х годов человечество совершило технологический прорыв. В краткие сроки две мощные фракции, Красный флот и Альянс, наводнили галактику. Это стало возможно благодаря особому ресурсу, найденному на планете Марс — эфритану. Переработка эфритана позволила космическим кораблям людей преодолеть необходимые для сверхзвукового... Марс стал эпицентром войны за эфритан, развернутый Красным флотом и Альянсом. Результатом этого противостояния оставшиеся же были вынуждены столкнуться с необходимостью выживать в новом мире. Мире, в котором... Чтобы предотвратить усиление корпораций, Красный флот и Альянс инициировали программу «Сверхюнит 3000». Согласно... Поэтому я должна рассказать тебе все в краткой форме. Ты сверхюнит, элитная единица сил Красного флота. И, к сожалению, ты уже умер. Но это не так плохо. Разумеется, все твои навыки и часть личности сохранены в форме программы на базе нейросети. Зато у тебя новое и классное тело. Понимаешь, все это время ты учился, готовился к этому моменту. И вот пришло время вернуться к жизни в бодрой и свежей форме. Неизвестные атаковали колонию. Они хотят получить доступ к тому, с чем не смогут совладать. Во благо твоего вида мы обязаны вмешаться в этот процесс и выяснить, что происходит. Я покидаю тебя. Мне нужно активировать других. Следуй моей программе.
море других единиц. Если увидишь кого-то, значит это враг. Совет. Ты его раньше, чем он попытается защитить. На обиде точно.
вашей лояльности и успешной работы в организации. При определенных успехах руководство может выдать вам особую карточку, которая будет гарантировать вам дополнительный рационный доступ к новым проектам. Просто не узнаю, если мы взорвем это...
назад. Что у вас там происходит? Почему-то у меня плохие новости. На планете больше не осталось сверхгенитов вроде тебя. Резервов нет. Мы здесь одни. И в связи с этим печальным... Я найду для тебя корабль, и ты улетишь по моим расчетам на ближайшую отсюда планету коалиции и доложишь о том, что видел. К сожалению, это путешествие только для одного и только в один конец. В смысле, челноки обычно нельзя посадить так, чтобы потом не ремонтировать. В этом смысле никто не умрет. Граждане Цемнегорска, опасность, исходящая из этого региона, заставила нашу корпорацию прибыть сюда, чтобы уничтожить нашего давнего врага. Мы настоятельно не рекомендуем оказывать сопротивление нашим солдатам, пытаться сообщить о процедуре вашей ликвидации службы управления. Добровольная сдача нашего силового корпуса будет причина адекватных условий содержания и использования ваших биомассы в наших личных целях. Отправляемся следом.
Мы живем в очень сложном и... И мы корпорация С. На Сифоне. Кажется, местные картели перешли всякие допустимые границы. Я жду, когда коалиция раздавит этих червей. Кто это тут у нас? Знаете, уважаемый Янит, у нас не принято свободно разгуливать по базе подобно броник... Сифон, хорошо. Что? Хексы? Отправ... Понятия не... Вы... Ты ж... Верни... Зато... Просим проявить уважение к солдатам коалиции из другой фракции. Неважно, из Красного флота вы или вы представляете Альянс. Мы все в одной тарелке и служим общей цели. Thank you.
Поддержки 3 на планету Хлад. Командирам соответствующих подразделений необходимо уведомить своих солдат и собрать их. Железные скорпионы закрепились за этим ущельем. На их вооружении, пока последние функционируют, задействовать что-то кроме пехоты для нас крайне рискованно. Справляйтесь как можете. Выведены из игры.
Это я, Мелчер. Я буду... Плюсуем сюда тот странный корабль невиданных размеров. А вот что мы действительно можем... Сейчас нам нужно предупредить Зиелов. И тем не менее, они нам очень нужны. Я обозначил координаты города Зиелов. Так. Все вокруг лишь иллюзия одного знакомого нам мира. К несчастью, моих сил не хватит долго контролировать эту иллюзию. Я хотел, чтобы ты увидел все это своими глазами. Возможно, часть утраченной памяти к тебе вернется.
А если нет, я хотя бы попытался. Пойми, все не так, как ты себе это видишь. Ты меня слушаешь? Эй, это важно. А, вот что тебя волнует. Им было суждено умереть за их вмешательство в ход цикла. Таковы правила этой игры. И пока мы все должны их придерживаться. Да, мне тоже все это не нравится. Так вот, возвращаясь к тому, что я хотел тебе передать. Черт! Кто-то атакует иллюзию! Прощай, друг. Скоро мы встретимся вновь. Эй, у меня не так много времени. Попытаюсь побыстрее. Нас атаковали в нескольких регионах парализованных. И еще, при этом нам срочно нужно отбить город Елота. Да, там что-то происходит. Я не могу сказать, что, но наш отряд там скован в бою с неизвестным противником. Так высоко? Да. Ну, в смысле, прыгать по ним можно, понимаешь? Потому что... Желтые такие рыбы. У меня... Да не такой я. Да. Ничего я не жру из этого.
Внимание! Говорит временный командующий Мелчер. Очень скоро мы столкнемся с врагом, наступательным флотом Пандемик. Я не любитель толкать пафосные речи. Ну, а кто любит-то? Просто хочу напомнить вам, эти ублюдки из Пандемик уже успели разрушить Зион и убить кучу гражданских. Наверное, им это было трудно. Как показывает опыт Зиоста и Сиона, они определенно умеют сражаться с детьми и стариками. Но мы другие. Нас питает общая злоба к их образу жизни. Может, мы и не экипированы, как они, но зато мы умеем сражаться. Даже больше. Нам есть за что сражаться. Есть ради чего проливать нашу кровь. Именно поэтому... Thank you.
Значит, здесь ты собираешься его встретить. Я не хочу влезать в дела Кайзера, но ты был бы полезнее в битве с коалицией. Кстати, почему ты выбрал именно это место? Оно выглядит особенно. Да. И это не просто так. Кайзер хочет убедиться в этом сверхюните. Ему сам нужен этот бой. И с помощью этого места он способен как-то его контролировать. Ты же заметил.
анализируя множество мер. Кармунай,
Ждем сигналы и меняем позицию на большой разлом. Установи сканер людей. Маторгай, ты готовишь сегодня еду. Все, укрепляемся здесь, братья. Thank you.
Сейчас мертвые начнут свою атаку! Скажи ему, что у нас все под контролем.
в барьеры не смог попасть. Ничего страшного. У нас еще будет время, чтобы с этим разобраться. Тем более, что сейчас у нас есть дела поважнее. Видишь, братишка, какая особа решила вмешаться в нашу дискуссию. Кажется, он шел за тобой. Что, просил нас убить? И потому приперся сюда в одиночку? Да, ты высокого о себе мнения смотрю. Кажется, у кого-то крупные неприятности. Пока ты сражаешься с порождением Оранж, ты ведь догадывался, да? Ты же не настолько тупой, надеюсь. Оранжевые частицы тебя зажарят. Все это время мы все ведем себя как актеры, четко следуем по сценарию спектакля, поставленного твоей бывшей коллегой. Наверное, когда ты проснулся, ты подумал, что ты кара, которую Империя обратила против еретиков, против нас с ним, не так ли? Думал, что эта Империя пришла за тобой, дала тебе такое предназначение. А ведь реальность куда сложнее. Храм, в котором ты был запечатан, был чудом деактивирован моими протеже. Тебя никто не приходил спасать, никто не собирался тебе давать второй шанс. Вторжение на Сион, нахождение там моего брата и весь ход эксперимента с момента опустошения Сиона был четко спланирован госпожой Оранж, той самой, которая была твоим оппонентом в ходе первого эксперимента. Да, она жива и ничуть не утратила своих навыков. Мой брат следовал инструкциям Оранж, поглощал ее частицы все время своего пути и при этом знать не знал, кто она такая. Оранж теперь с людьми. Создает из них гибридов. Ну, убьешь ты нас, а дальше что? Ты не добил свою цель ранее, и она до сих пор кошмарит всех, кто находится здесь. Манипулирует нами. Планируешь вернуться в Империю? Для них ты такой же предатель, как и мы. Ты провалился и исчез на 10 лет. Не удивлюсь, если твоя семья уже давно истреблена. Любит же он эффектно выделиться. А теперь...